На водоемах Ульяновской области введены ограничения на рыбную ловлю до 5 июня в связи с началом нерестового периода. Добыча водных биологических ресурсов Куйбышевского водохранилища с впадающими в него реками запрещена. Однако выйти и попытать свою удачу рыбаки смогут с одной поплавочной или одной донной удочкой с берега. Нарушение этих ограничений влечет административное наказание с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи, вылова водных биологических ресурсов. В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.